Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами телефон Samsung Galaxy S20 FE. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве снимать видео в 4К. Итак, вначале открываем приложение «Камера». Затем в левом верхнем углу нажимаем на шестереночку. И как вы видите, здесь в настройках камеры невозможно изменить разрешение видео. Это многих дезориентирует, потому что раньше так можно было сделать. Но смотрите, как это делается. Вы должны обязательно включить видео. И здесь есть кнопочка Full HD 30 кадров в секунду. У меня сейчас включено. А я могу включить Ultra HD 30 кадров в секунду. Ультра HD это и есть 4К. Ну и можно снимать только 30 кадров в секунду, к сожалению, потому что это урезанная версия Samsung, к сожалению. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.